Итак, мои дорогие друзья, всем привет! И сейчас я вам буду рассказывать, показывать, как же нам сделать рефейсер, то есть дипфейк, все дела эти на кагле, то есть не задействуя мощности нашего компьютера. Делается это все не очень сложно. Я написал скрипт, сейчас я вам буду все показывать, рассказывать. Я вам оставлю ссылочку, вот это у нас скрипт. Заходите просто сюда и нажимаете кнопку мыши сюда и copy edit notebook. То есть мы скопируем ноутбук к себе и будем здесь сейчас изменять все. Так, скрипт здесь, в принципе, ничего изменять не надо в нем. Единственное, что вам здесь надо будет, в ноутбук options у вас, возможно, они будут закрыты, открываем их. Акселератор ставим GPU-T4X2. Включаем. И в preferences переменные файлы нажимаем. В принципе, все. На этом наша настройка блокнота этого закончена. Интернет, чтоб должен был включен быть. Нажимайте тоже кнопку, если у вас он выключен. Сейчас он включен, галочка, видите, стоит. Потом все, в принципе, нажимаем play. Сейчас у нас запускается наша виртуальная среда. И с ней мы дальше будем работать. То есть по окончанию этой среды мы получим, как всегда, две ссылки. Public ссылку и локальную ссылку. Нам нужна будет public ссылка. Итак, еще хотел сказать преимущество того, если вы вообще сохраняете к себе этот блокнот, по ссылочке это приходите. Почему я даю вам ссылку, а не сам вот этот скрипт? Потому что ссылку я эту всегда могу, скрипт, то есть по моей ссылке, это я ее создал, я могу всегда доработать скрипт, что-нибудь в нем улучшить, и вы получите свежайшие, то есть самые новые обновления. Это, то есть, достаточно-таки круто. Итак, что вам нужно для того, чтобы поменять лицо, deepfake, рефейсер? Вам нужно будет файл, видео, в формате MP4, внимательно, формат вам нужен именно MP4. Если у вас какой-то другой формат, конвертируйте его, либо в онлайне, где-то напишите там, например, MOV to MP4, вот, например. Все, конвертер вот есть, перетаскивайте сюда файл просто, и он у вас конвертирует в MP4. Вам нужен именно MP4 формат. Продолжительность, неважно какой будет он. Надеюсь, все понятно. У меня, допустим, вот я сделал из клипа здесь, отрезал немножко. То есть 40 секунд, 39 секунд у меня вот это видео. Так, до 39 секунд, килобит, нет, это ничто не важно, битрейт, количество кадров в секунду, особо тоже не важно, сколько хотите, то и делайте. Потом нужно будет две фотографии, то есть фотография лица, которое меняем, и лица, на которое меняем. То есть берем видео, запускаем, ищем какой-нибудь подходящий кадр, допустим, этот. Нажимаем Shift Win S. Все, вырезаем лицо, вставляем его в Paint. Сейчас вам все буду показывать. Вставляем его в Paint, в принципе, вот Paint, Ctrl-V, нажимаем, вот лицо вставилось, файл, сохранить как, и сохраняем, или как JPEG, либо PNG, без разницы, в принципе. Вот у меня такая картиночка, и лицо, на которое будем заменять, вот на такое будем лицо заменять сейчас. Итак, что у нас здесь по скрипту? Так, скрипт у нас в завершающей стадии. Сейчас будет догрузка еще одного файла, и в принципе нам выдадут ссылочку. Ссылочку, по которой мы будем переходить с вами и все делать. Длительность файла, как сказал уже, не важна. Главное, чтобы у вас успел Kaggle его обработать за 12 часов. Так как лимит блокнота, вот этого ноутбука на Kaggle, это у нас 12 часов. То есть в неделю нам дается 30 часов, мы можем запустить, допустим, 2 блокнота по 12 часов и один еще на сдачу на 6 часов. Вот так вот. Все, получили мы две ссылки. Вот эту ссылочку открываем в новом окне. В новом окне это окно не закрываем. То есть если не знаете, как открыть, просто колесико мыши щелкните, и у вас откроется он в новом окне. Переходим сюда. Здесь, в принципе, все как и было. Только единственное, что я здесь убрал, это апскейлеры. Потому что апскейлеры... Если ваше видео хренового качества, вам лучше через Topaz это потом проапскейлить все. Итак, давайте разбираться. Видео оригинальное, то есть в котором мы будем заменять все. Кидаем сюда просто перебрасываем. Оно сейчас прогрузится, у нас здесь
появится кнопочка play, в принципе. Потом лицо. Лицо, которое заменяем. Мы заменяем вот этого парня. Лицо, на которое заменяем. То есть, выбрали. Вот это интенсивность, прозрачность фона. То есть, чем ближе к нулю, тем он прям жестко, прям мое лицо туда вкомбюрит. Ему ну и что будет, как оно там будет смотреться. То есть, все предметы, вот допустим, вот так вот, микрофон бы меня не перекрыл. То есть, мое лицо бы наоборот нарисовалось здесь, прорисовалось поверх микрофона. Это интенсивность. А ставим от 0,2 в зависимости от видео до, ну где-то, даже от 0,1 где-то придется 0,1 поставить. От 0,1 до 0,4. То есть здесь экспериментируйте, с этим играйтесь. Итак, давайте поставим здесь 0,3. И все, нажимаем начать обработку. Все, нажали начать обработку. Можем переходить обратно в блокнот. И сейчас мы будем здесь с вами наблюдать, как он это будет делать, в принципе. Как я говорил уже, что делает программа Refacer. Она разбивает наше видео на кадры. Допустим, вот наше видео. Оно 39 секунд и 25 кадров. То есть мы умножаем 39 на 25. То есть 39 умножаем на 25. У нас получается 975. 975 кадров. Он отдельно разбивает каждую картинку и в каждую картинку подставляет наше лицо. А потом в итоге он склеивает. Вот видите, он сейчас разбивает картинку. Получилось у него 1000 кадров. 999 кадров. А еще сказать хотел. Он разбивает по 1000 кадров. Если, допустим, у вас видео минут 10 и... у него частота кадров 25, то есть сами это переумножьте, сколько получится. Он пачками только по 1000 кадров делает. То есть у вас несколько пачек будет, несколько вот таких обработок будет. В принципе. Так, давайте. Вот так вот. В принципе, все. Ждем. И потом будем сейчас с вами смотреть результат. Итак, подходит к завершению наша с вами прогрузка этого видео. Заняло 40-секундное видео. У меня заняло, то есть, минута 40 обработка. То есть, вот здесь мы видим... Сейчас он, видите, на видео типа аудио добавляет в видео и все это склеивает обратно в файл. Вот у нас такой файл получился. Мы просто нажимаем. Здесь кнопку он иногда почему-то не показывает эти изображения. Если у вас не показывает, это нормально. То есть он как-то через раз то иногда показывает, иногда не показывает. Возможно, я сейчас просто VPN забыл включить, что у меня он не показывает. Обычно он здесь видео и то показывает. Нажимаем просто кнопку загрузить вот здесь. Вот статьи видео, смотрите, он в принципе сюда прогрузил. Но видео исходного он не прогрузил почему-то. То есть нажимаем кнопку загрузки, и он просто скачивает. Давайте сейчас мы с вами посмотрим видео. Сейчас посмотрим оригинал, небольшой кусочек. Такой, в общем, у нас кусочек оригинала. И давайте посмотрим, что он сделал. Ну, как вы видите, лицо поменял. В принципе, вот такое вот у нас получилось здесь видео. Вот, как я говорил, видите, очки. Там, в принципе, вот, видите, кадр хороший. То есть, лицо он здесь заменил достойно. Сейчас этот же кадр я вам покажу тут. Вот был такой кадр, а у нас тот кадр. Так что все, на этом все. Что можно с этим видео сделать? Если вы хотите улучшить качество, потому что качество лица, он обрабатывает в низком разрешении эти фотографии. То есть где-то там, чтобы не соврать, 128 на 128 вроде бы пикселей. Какую бы мы здесь фотографию не загрузили, он все равно ее сожмет до 128 на 128, его подставить в таком разрешении. Программу Topaz Video AI, в принципе, вот, рекомендую. Можете здесь апскейльнуть и увеличить частоту кадров. Если вам нужен гайд по этой программе, я сделаю. То есть пишем
хочу гайд. Я сделаю гайд. Итак, все, на этом мы с вами завершили, так сказать, обучение наше. Что есть дальше потом делаем? Когда вы, в общем, все сделали, все дела ваши, не забудьте нажать, то есть, стоп, нам больше это не нужно, чтобы время ваше вот это вот не шло никуда. Время это никуда ваше не шло. Итак, сделал я телеграм-канал. Ребят, сделал телеграм-канал, ссылочку оставил в описании, подписываемся. Здесь будем разбирать вообще тему вот этих всех их штучек, и каверов, дипфейков, рефейсеров, все такое. Возможно, еще что-нибудь новое подключим. В общем, предлагайте ваши предложения, что вы хотите новое узнать. А скоро видео у нас выйдет по тому, как вообще тренируется, скорее всего, машинное обучение. Ташборд программа вроде называется. И мы с вами узнаем, что такое перетренировка. Наглядно на графиках посмотрим, сколько нужно на самом деле количество эпох для обучения идеальным АИ голоса и так далее. Все вот это мы с вами разберем скоро. Скоро мы это с вами все разберем. Потом у нас ждет видео про замена видео, не замена видео, а искусственный интеллект у нас может, естественно, генерировать картинку по какому-то шаблону. И мы это с вами разберем, как же сгенерировать изображение. То есть сделать, как бы сказать-то, кавер на видео, что ли. В общем, исходник мы переобразуем по нашему промпту видео, и это все склеим, и красиво у нас получится переход, когда мы идем, и потом картинка резко меняется, мы робот, и всякое такое. В общем, все это сделаем. Скоро вот эти все видео у нас будут. Возможно, про AI-генерацию видео тоже поговорим, тоже интересная тема. Про Midjourney поговорим, про Stable Diffusion поговорим, про Invoke AI поговорим. В общем, тем много достаточно таки. Так что все, ребят, всех обнял. Телеграм подписываемся, не забываем. На YouTube тоже подписываемся, лайки, большие пальцы наверх ставим, колокольчики прожимаем, комментарии пишем. Все читаю, на все отвечаю. Можете заметить по всем видео. Так что все. Всем спасибо, ребят. Всех обнял, приподнял, покружил, поставил на место. Все. Пока-пока.